Подробности недели, честно, а главное... Мы точно не будем ездить в Европу без виз. С паспортом на мороз, почему нас не пускают в ЕС? Я не могу выехать, месяц на черзе стояла. Когда наступит день открытых границ? Специальное расследование нашей программы. Как утерли нос соседу горячие финские парни. Это Финляндия. Ровно 75 лет назад здесь были события, очень схожие с нашими. Я хочу выяснить, как тогда финнам удалось выстоять против советской России. Новая Рада. Добро с кулаками. Я больше люблю партизанскую войну. Неискушенные властью. Я в окопе. Послезавтра добро. Разговор без галстуков. Ровно в 8 вечера. В воскресенье.